Анонс и точно до выхода второй части сериала «Абонемент на расследование. Опасные желания». Премьера сериала состоится 20 мая на ТВЦ. Бывший житель Москвы, променявший столичную жизнь на провинцию, вновь оказывается в центре детективного расследования. Ему удалось выпутаться из прошлого инцидента, невзирая на подозрительную следовательницу, которая видит в обычных людях нарушителей и преступников. Он надеется на спокойную обстановку, но уверенность вновь подводит. Сыщица Гликерия Давыдова получает разработку дела о самоубийстве чиновника, руководящего департаментом по культуре. Трагедия выглядит так, как будто погибший наложил на себя руки. Но опытная сотрудница полиции обнаруживает важную деталь, указывающую на другую версию. На столе оставлена предсмертная записка и тянущийся кровавый след, что является важным доказательством. Ниточка приводит ее в библиотеку, где трудится Стас, вызывающий у нее подозрения и выделяющийся на фоне книг привлекательной внешности. Премьера сериала состоится 20 мая на ТВЦ. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.